Дорогие друзья, с вашей помощью мы набрали уже 14 542 рубля. Всего за неделю, и в это трудно поверить. И что-то нам подсказывает, что мы наберем всю сумму, все 54 тысячи рублей. На наш призыв уже откликнулись 72 человека. Взносы разные, буквально от рубля и до 2000 рублей. Средний взнос 200 рублей. Ребята, наша идея еще проще. Нам не нужно, чтобы вы мучились, выделять ли средства тех на кухне или нет. Есть как минимум 2000 постоянных зрителей из 25 тысяч подписчиков. Если каждый перейдет по 27 рублей, то мы сразу наберем нужную сумму. 27 рублей – это почти неощутимая величина. Поэтому меньше думайте, действуйте. Реквизиты в описании к видео. Средства пойдут на мощный тестовый стенд, что позволит ответить на вопрос, какой процессор все же купить для игрового компьютера, начальный 4-ядерный или топовый i7. Другие редакции тестируют в номинале без разгона, или тесты не такие наглядные, как наши. Только прямое наглядное сравнение даст ответ. Также мы детально разберем возможности недорогих плат к разгону и можно ли обойтись ими, собирая современный игровой компьютер. Вся техника не станет нашей собственностью, а на какое-то время пробудет в тестовом стенде, затем будет продана, а на вырученные средства будет набран новый стенд, чтобы радовать вас единственными в мире наглядными, честными и понятными обзорами. Сделаем так вместе. Ваша технокухня.